Здравствуйте, мои дорогие. Последний ролик и притча. Прекраснейшая притча. Я перепусти тело. Деревья остановки просят. Деревья просят тишины. Стволы шапки древних сосен навек Создателю верны. И надо нам совсем немного, чтобы пришел на землю спас. Нужна нам только верность Богу, и деревья учат нас. Как далеко, о Боже, как далеко ты простираешься, душа моя, за тот предел, что может видеть око, за зримый край земного бытия. Я гляжу бездумно и бесцельно на этот все края размывший свет. Так ты, душа, и вправду беспредельна. Тебе на самом деле смерти нет. Есть красота, как неземная сила, смывающая все дурные сны. Есть красота, которая раскрыла, что мы и впрямь любовью рождены. Раскрыла то, что там, за нашим краем. Раскрыла нам, что края вовсе нет. Так ты не знал, что мир неисчерпаем, что можно мир увидеть на просвет. Они стояли под дождем и снегом, сверкали, погружались в полутьму, а время пробегало быстрым бегом, мелькавшим, незаметным никому. Да, время шумом пробегало мимо, а в них была такая тишина. И так безмолвно, так невозмутимо они пересекали времена. Да, так невозмутимо, так безмолвно лес неотмерный среди мира рос. И этой независимости полной училась я у сосен и берез. Мы знаем больше, чем сосна. Намного. Сосна не знанием полна, а Богом. Иду весь день путем лесным, блуждаю, покуда не наполнюсь им до края. Мне надо, чтоб сосна заговорила. Мне надо, чтобы в тишине лесной своей неведомой священной силой она делиться стала бы со мной. Чтоб эта сила нашей общей стала, последней, чтоб разрушился порог, и там в душе открылись бы каналы, по коим тихо заструится Бог. Счастья, удачи, любви, успеха. Пока-пока. До скорых встреч.